Должен быть припрятан ключ. Как тут темно. Очень темно. Так, фонарик. Поискать в рюкзаке. Блин. Одно из самых сложных заданий. Найти что-либо в сумочке. Ладно, нашли. Вот ключи. Рука не пролезает. Чем бы подцепить эти ключи, а? Я немного не дотягиваюсь до ветки. Чтобы сюда подставить кирпич. Довольно сильный магнит. Обрывок веревки. Все пригодится. Так, кирпич один поставили. Где еще кирпич? Тупо надо кирпич. На. Два кирпича. Сломанная ветка. Теперь ее надо как-то обчистить. Надо поискать. Чем бы очистить? Ну, теперь опять сумка и перочинный ножичек. Ножик перочинный. Одно из самых сложных заданий. Это ж... Вот он.
Есть. Да что такое? Ключи упали вниз. Ладно. Сейчас достанем. Есть. Так, какой ключ? Вот этот? Не отсюда. Ладно. Заперто. Ну, отопрём. Наконец-то я добралась. Хорошо, что не набралась. Домик бабушки. Бабуля, привет. Лара, наконец-то. Афази прибежал раньше тебя. Кто бы сомневался. И письмо принес. Что? Оно же у меня. Ну-ка, и правда письма нет. Видимо, оно выпало из сумочки, Афази его подобрал. Молодец. Насколько я поняла, Тесла хочет, чтобы мы нашли его самое величайшее изобретение. Я уже не так проворна, как раньше, поэтому мне понадобится твоя помощь. Я готова. Только о каких испытаниях идет речь? Видимо, тот, кто будет искать изобретение, должен проявить себя с лучшей стороны. Итак, первая часть лежит в подарке. О чем может идти речь? Скорее всего, о магазине подарков и сувениров. Хозяина зовут Кристиан. Я пойду к нему прямо сейчас. Посмотри за фазе, ладно? Сувенирный магазинчик. Добрый день. Вы Кристиан? Именно. Чем обязан? Я пришла за наследием Теслы. Ах, вот оно что. Да-да, я понимаю, чтобы достать то, зачем вы пришли, нужно прогнать с места мою любимую Матильду. Я уверена, что ее можно уговорить вполне мирным путем. Хотите попробовать? Ну, я не знаю. Может, предложить Матильде мисочку молока? Она только что поела. А если почесать за ушком? Обычно это не помогает. Я придумала, это должна быть веселая шуршащая игрушка. Ни одна кошка, даже самая важная, не устоит. А сможете сделать такую? Мне бы пригодилось на будущее. Сейчас попробую. Найдите всех мышей. 20 штук. Ну, будем искать. Надо еще ловить тех, которые выглядывают. Нарисованные, живые, какие угодно, кукольные. Так.
И одна осталась.